Там поехали ребята в Россию, колонны. Мне должны купить экипировку. У тебя там есть ли еще деньги? Деньги? Да. А сколько надо, Дим? Блин, там 1008, наверное. А это когда? Возможно, завтра, послезавтра. Ага, да я думаю, найду, если что, там у кого-нибудь перезайму, ничего страшного. А что такое экипировка? Бронежилет, разгрузка, каска. А это вы покупаете за свои деньги, да, Дим? Ну просто то, что на нас сейчас одеты, это очень страшно. Что-что? То, что на нас надето, это сложно назвать экипировкой. Это то, что они дают, да? Да.